уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принял участие в прошлой неделе в сборе средств на приобретение автомобиля для участников с нашего района, участников специальной военной операции. Как я раньше говорил, было обращение одного из участников спецоперации из села Ботлех, чтобы оперативно передвигаться там по передовой, и просили, если есть возможность, помочь так с автотранспортом Нива или УАЗиком. Мы оперативно приобрели автотранспорт в хорошем состоянии и направили 18 числа в зону специальной военной операции. То наш выходец района машину получил и благодарил, и я хочу и от его имени, и от себя поблагодарить всех, кто принял участие и поддержал эту нашу инициативу. Так что в этом смысле помощь от нас, участников специальной операции, оказывается на постоянной основе, и подобные просьбы, конечно, тоже мы должны оперативно выполнять. И здесь, тем более, мы понимаем, что каждый вносит свои личные средства. И спасибо вам за то, что поддержали вот эту просьбу и нашу общую инициативу. Теперь я бы хотел послушать о ходе диспансеризации у нас работников, организации, как проходит. Мы вообще начали с администрации, с себя, и, на мой взгляд, мероприятие очень полезное. Многое узнаешь о себе. Смотри, какая ситуация? Ходят люди по графику? Да, ходят люди. Хотим сейчас закончить ремонт школьные и садиковские работники, для того, чтобы не ждали в течение трех месяцев. Потом перевести на второй этап, ну, которые должны переходить. А так штатным расписанием ходят люди. До сих пор не заканчиваются эти разговоры. Я сам, честно говоря, не до конца понял порядок этой вакцинации. То первый делают, потом второй, потом еще сколько-то надо ждать третий. Но там запутается. Не то, что простой человек, любой знающий запутается. Я запутался, я до конца так и не понял этой вакцинации, как проводится. И тем более, пока вакцинацию человек не пройдет, пока определенном сроке не пройдет, детский сад нельзя ребенка посылать. И фактически 3-4 месяца ребенок должен дома сидеть. Абдурашид, я вас попрошу вместе с Таймасхановым короткое интервью, не полчаса, не 40 минут, буквально 2-3-минутное, от него комментарий нужен, разъяснение, порядок, чтобы мы могли этот ролик распространить. А то нескончаемые жалобы, недовольство. Сам посещаю садики, половины детей нет. Часть, понятно, в связи с потеплением и так далее, но часть детей отсутствует из-за того, что не разобрались с этой своей вакцинацией. В основном не подошли сроки, когда можно ребенка посылать в садик. Я что, здесь нужно, чтобы Таймасханов разъяснил, чтобы всем было понятно и люди перестали жаловаться. Вот мы на прошлой неделе проводили встречу с супругами участников специальной военной операции, и там этот вопрос поднимался по несколько месяцев. Дети дома, хотя родители не отказываются от вакцинации, они проводят, но там столько этапов, что не поймешь, когда это должно закончиться и когда наконец ребенок в садик пойдет. По водоснабжению есть проблемы в селе, Магомед Гаджиевич? Нет. По графику или постоянно? Днем постоянно. Когда отключаете? Ночью 11 до 6, и то не каждый день. Это где, только в микрорайоне или везде? В микрорайоне, если необходимо, если после катушки. Вот здесь по графику. Постоянно по графику? Да. Нет, только не по графику. Проблемные есть участки? Проблемные есть. Там верхние. Одна, четыре жительницы есть, там у них вода не поднимается постоянно. Но это постоянная проблема. Да, пусть ставят себе в конце концов насос, если им нужна вода. Я не могу до неба эту воду поднимать. Каждый год жалуются. Элементарно поставить за 3-4 тысячи рублей насос и подавать к себе, если им вода нужна, пусть разбираются. По комфортной городской среде работы начали, да, по, да, паркам. И в Ботлихе, и в той части, и в микрорайоне. Да, да, работы идут, да? Ботлих уже оперативно идет, а там уже начали уже. Параллельно идет. Да. Ну, хорошо. Здесь, Азим Хамад, я вас тоже попрошу, включайтесь, контролируйте, чтобы потом у нас претензий не было. Хорошо? По запланированным спортивным мероприятиям, что у нас? На 10 июня волейбол. Какие команды приглашены? Приглашены 6 команд, там еще команда Ахвак под вопросом и команда Тверского района тоже просит к нам.
Есть еще команда с Чеченской Республики, они просятся, это у них районная команда, они тоже хотят приехать, мы сейчас думаем, пригласить их или не пригласить. Почему так? Просто набрать указать. В один день просто не справимся это все сделать. Теперь, по культурной части, Муртуз Байсарович, есть у нас что-то запланировано? 1 июня, день, международный день защиты детей, там уже готовимся, будет хороший большой праздник. Ну, здесь вам надо чуть по садикам тоже по школам работать. Да, да. Еще раз обращаю внимание, не только райцентр. Советские дети, что приезжали сюда. Хорошо? Хорошо. Вот этот момент обязательно учитывайте. А то одни и те же там зрители, что мне. За 9 мая я вас вот, при всех тоже благодарю. Очень красивое мероприятие, на самом деле. Вот просто бесподобное. Вот у меня вопрос не к вам, у меня вопрос образовательной организации. Каждый год я уже устал повторять. Я уже буду в грубой форме это уже говорить. Только Чебурашка, только Ансалтинская, потом и только этот родничок. Вот эти три садика тащут на себе все остальные садики. Другие садики ни один номер не могут нормальный поставить. Вот этот вопрос ребром ставьте. Я не говорю о маленьких садиках. Где большие садики, начиная с солнышка и заканчивая остальными. Чтобы качественные номера были. Вот этот вопрос отдельно ставьте. И на следующее мероприятие, как только Муртуз Байсарович скажет, в течение 3 дней номер должен быть готов от садика. От остальных садиков. И что вот так чередовали. Я не говорю, например, за садика, где только одна группа, там 10, 15, 20 воспитанников. Ладно, им тяжело. Там огромные садики ничего не делают. Никакую работу не проводят. Постоянно вот эти три садика. Чтобы я больше не видел эти три садика в ближайшее время на мероприятии. Пусть отдохнут. Они достаточно отработали за всех. Хватит на них выезжать все время. По остальным садикам вы определитесь, кто какие номера будет. Ближайший на день защиты детей 1 июня, да? Вот более чем достаточно времени. И чтобы было очень красиво. Не хуже, чем у этих садиков. Как я раньше говорил, стараемся активно участвовать в региональных программах поддержки. Это и по ремонту школ, детских садов, других объектов, вот, имеющих для нас социальное значение. Вот в этом году мы по программе, республиканской программе, пока к ремонту детских садов, заявляли наш детский сад «Солнышко». В прошлом году мы отремонтировали Чебурашку, там хороший объем работы получился, с учетом того, что там большие здания, тем более, и средства требуются значительные, и здания тоже находятся далеко не в лучшем состоянии, там десятилетиями они капитальный ремонт не видели. Порядка 12 миллионов у нас общая заявка на капитальный ремонт детского сада «Солнышко». Это общая сметная стоимость, если 12 миллионов, из них 8,5 миллионов нам выделяет республика. 3,5 миллиона, правильно, и с районного бюджета. Мы решили аккумулировать более значительные средства, чтобы ремонтировать каждый садик по отдельности. Иначе, если распылять, там, по 1-2 миллиона на каждый садик выделять, там никакой работы, видимо, не получается. Тем более в больших детских садах. Вот на 12 миллионов будем проводить мероприятия. И в этом смысле финансовое управление. Я попрошу через Чупалова поторопите заявочный материал через комитет по закупкам, чтобы тендер провели, подрядчика определили. В течение лета нам надо завершать эту работу. Лето – это самый разгруженный период в детских садах, поэтому уже к сентябрю мы должны работу закончить. Я попрошу, там лимиты тоже доведены, поэтому торопите работников. Надо уже торги завершать, и уже к концу июня, чтобы люди уже работу начали. И до 1 сентября работа должна быть завершена. Большой сад, и чтобы и родители не возмущались, там в основном работающие люди, поэтому им будет достаточно проблематично оставлять детей дома. Пару месяцев придется потерпеть. 2002-2003 года Бири, Зибирхали, Конхидатли, Миарсо, Муни, Нижний Хево, Хелетури, Чанко и Шедруда. В этих школах будет капремонт по федеральной программе, уже торги объявлены, подрядчики определены, работы где-то могут быть уже начаты. Если не начаты, то их, значит, отложили на каникулярный период, чтобы образовательному процессу не мешать. Водозаборным сооружением Хандаса, откуда идет нам вода вот в старую часть села Ботлих. Также мы заявились в республиканскую программу, там общий объем финансирования 8 миллионов. Да, 8 миллионов, и из них порядка 4,5 мы получаем из республиканского бюджета. И 2 миллиона районный бюджет, и 1 700 000 это средства спонсора, мецената.
Там тоже для нас очень важная работа. 8 миллионов, я думаю, на этот объем можно хорошую работу выполнить. Там за Ильины у нас накопители большое средство уйдет на очистку от ива, грунт, вот, вывоз грунта и так далее. Там и другие дополнительные работы. Вот Ботлиха, это можно считать в этом году самая главная задача у нас, вот выполнение этих работ. Потому что вода здесь, как мы сейчас отмечали, это главная проблема. Куда-то доходит, куда-то не доходит, тем более по качеству воды бывает большая проблема. И вот эта работа для нас очень важна. Здесь заказчикам хоть будет выступать ЖКХ, как всегда, по нашему древнему обычаю, Ази Мухаммад, контроль на вас. Хорошо. Так что, вот, совместно, что проводим. Но здесь единственное, наверное, не знаю, летом не все работы, наверное, нужно проводить, потому что уже воду, наверное, надо отключать. Надо подумать, в какой форме. Там не обязательно. Да, посмотрите, чтобы не вовлечь, чтобы нам люди, по 30 женщин, чтобы во дворе там у вас и у нас не собирать, да? То есть то, что можно сделать сейчас, и то, что нельзя, чуть когда спадет ближе к осени, посмотрите. Но главное, чтобы не в ущерб жителям, тем более самый у нас напряженный период, и без того люди без воды с проблемами сталкиваются. Вопросы есть?